Герои неба. Марк Галай, герой Советского Союза, прославленный летчик-испытатель. Галай стал испытывать новую технику с конца 30-х годов. Он часто проводил исследовательские и экспериментальные полеты. Во время войны оборонял Москву на истребителе МиГ-3. При отражении первого массированного налета на столицу сбил немецкий бомбардировщик. Стал одним из пионеров реактивной авиации в СССР. Испытывал МиГ-9 и другие самолеты. Внес большой вклад в доработку радиолокационного оборудования реактивных истребителей. В 1957 году за мужество и героизм при испытаниях новой авиационной техники ему было присвоено звание Героя Советского Союза. За 20 лет работы летчиком-испытателем освоил около 125 типов самолетов, вертолетов и планеров. В Санкт-Петербурге есть улица Галлая. Одна из малых планет Солнечной системы носит имя авиатора. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.